Подручник крок по кроку, пожим А1, лекция 24, часть 2. В здоровом теле здоровый дух. В здоровом теле здоровый дух. Зачнем от диалогу. Прочитаем и притумачим. Что мы сделали? Что мы сделали? Хотели мы что-то изменить на весну. Мы хотели что-то изменить к весне. Насчастливше волосы шипко ростнут. Видите этот плакат? Какая грабна девчина. К счастью, волосы быстро растут. Видите этот плакат? Какая стройная девушка. А, то реклама нового студия фитнес. А, это реклама новой студии фитнес. А, что тут значит БПУ? Что это значит? Б как бжух, Б как живот. П как пошлятки, пошлятки, ягодицы, и У как уда, У как бедра. Гимнастика от худзайонца, разумеешь? Гимнастика для похудения, понимаешь? Не бардзо. Нигде не ходиом, а не на сиовне, а до такого клубу. Не очень, я никогда не ходила ни в тренажерный зал, ни в такой клуб. Мам помысл, у меня идея. Зробимы соби гимнастыка сами. Мы сделаем себе гимнастику сами. Пропонуе умне. Бо мам дужу места на подуодзе. И могу быть инструкторком. Предлагаю у меня, потому что у меня много места на полу. И я могу быть инструктором. Но ну и будем выглядеть выглядач на навесны. Ну и будем выглядеть худее к весне. Светнее. Лечим и далее. Чучение первое, упражнение 1. Перед нами табличка, где у нас написаны части тела в единственном, во множественном числе. И с правой стороны описание. Давайте прочтем и переведем. Ренка, ренце. Рука, руки. Чимамы в ней, пишем, кеды пишемы. Держим в ней ручку, когда пишем. Нога, ноги нога, ноги. Сту ма четыре, фортепиан мы две. С, у стола четыре, у фортепиана три, у нас две, две ноги. Голова, головы, голова, головы. Деньки ней мы шли мы, благодаря ей мы думаем. Плецы, спина. В единственном числе в польском языке нету. Спина, плецы. Сом с тылу, носим и на них плецак. Находится сзади и носим на спине рюкзак плецак на плецах. Бжух, брюхи живот, животы. Кеды, кто пьет дужу пиву, ма дужи. А если кто-то пьет много пива, то у него большой живот. Колано, коляна, колено, колени. Ченщ ноги, квенчище на них костеле. Это часть ноги. В костеле мы на них стоим, кланяемся на них, на коленях. Номер щедем. Пошладек, по Ягодица, ягодицы. На них СИДИМЫ. Мы на них сидим. Меншень, меншне. Мышца, мышцы. Мускулы, мускулы. Стопа, стопы, стопа, стопы мы на них буты. Мы носим на них обувь. Шия, шие. Шея, шеи. Жирафа ма бардзо дуго. У жирафа она очень длинная шея. Бёдро, бёдра. Бедро, бедра. Бедро, бедра. У кобет ВЕНЬШЕ и барди за у меншчинст. У кобет они, у женщин они больше и более закруг... такие округлые, чем у мужчин. Палец – пальцы, палец – пальцы. Мамы – два деща, уронг и унук. У нас их двадцать на руках и ногах. Перш – ПЕРЩИ грудь. Номер тринадцать. Бюст. ТАЛЬЯ uh -huh. Талия, 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 талии. Номер 14 У моделек 60 сантиметров, а мы носим на ней пасок. У моделей 60 сантиметров, а мы носим на ней на талии, ремень. Удо, уда. Удо, уда, бедра, номер 15. Uh, Найгрубшая часть ноги. Uh, самая толстая часть ноги. Раме, рамена, плечо, плечи. Носим мы на нем торбы. Носим на нем на плече сумку. Судобнее идем и далее. Чвечение друге. Прошу написать антонимы. Пшечевенство, противоположности. Угента просто. Согнутая прямая. Широко разом. Широко вместе. До гуры, до доу. Вверх, вниз. Направо, налево. Направо, налево. В гуже, вдоле. Вверху, внизу до пшоду, до у Вперед, назад, спереди, сзади. Окей. Переходим до колейного чвечения. цвечения Нам да надо писать какой-нибудь текстик, используя слова из рамочки. Давайте прочтем и переведем. Люди ходят до студия фитнес с поводов. Люди ходят в студию фитнес по разным поводам. Дуже особ хочет меч добром кондиции, и фитнес есть для них хорошей мотивацией. Жебычвич. Много людей хотят иметь хорошую форму, и фитнес для них это хорошая мотивация, чтобы упражняться. Панове кцом меч импонируется меньше, а паня с грабним сальветкой. Панові, то есть мужчины хотят иметь импонуйонцы, значит, впечатляющие мышцы, а пани – женщины – стройную фигуру. Сом – особы, которые маем над их и хцом ще звыклес, тосуем диеты, а щиовни их мотивуя. Есть люди, особы, которые имеют лишний вес и хотят похудеть. Обычно они используют диету, но тренажерный зал их мотивирует. Сегодня их мотивует Латвии чвичить с инструктором ниж самому. Тренажерный зал их мотивирует, потому что легче упражняться с инструктором, чем самому. Регулярное повторение чвичения редукуем тканки тушчовым, помогаем спалять калории и взмоцняем слабом кондиции. и очевище выщупляем Регулярное повторение упражнений редакуем тканькой тушчовым, уменьшают жировую ткань, помогают сжигать калории, укрепляют слабое состояние, плохое состояние и очевище, и, конечно, помогают похудеть. Светнее, цудовнее, Идем и далее. Колейное ćвечение номер пенч. Девочки все же пришли к подруге в гости и будут сами себе устраивать гимнастику. Давайте прочтем, какие упражнения делают. Первое. Стопы разом, колана разом, обе ренца до гуры, голова до гуры. Стопы вместе, колени вместе, две руки вверх, голова вверх. Стопы разом, колана до пшоду. Обе ренцы до гуры, голова легко надул, стопы ра вместе, колено вперед, колени вперед, две руки вверх, голова легонечко вниз, положище на плецах, обе ноги до гуры, ренцы вздуш чала, чвиджимы бжуха, лечь на спину, две ноги вверх, руки вдоль тела упражняемся в мышцах живота, то есть делаем упражнение на мышцы живота. Номер четыре. Пожича на бжуху, лечь на живот, ренцы на карку и до гуры. Руки на затылке и вверх. Номер пять. Стопы широко, обе ренцы на бедрах, дуга шия. Ноги широко, стопы широко, обе руки на бедрах, и такая длинная шея, вытягиваем шею. Номер шесть. Положище на плецах, лечь на спину, левая нога до гуры, левая нога вверх, правая нога у гента в коляне, правая нога согнута в колени, ренцев вздуш руки вдоль тела. Номер 7. Коляна широко, колени широко расставлены, стопы разом, ноги вместе, стопы вместе, правая ренка на бедже, правая рука на бедре, Левая ренка на голове, левая рука на голове. И номер 8. Положите на бжуху, лечь на живот, правая Ренка и левая нога до гуры, правая рука и левая нога вверх. Все это посмотри, посмотрели на картиночках и идем дальше. Идем и далее до нового темату стопневание присловков. Степень сравнения наречий. Мы уже разбирали в предыдущем уроке стопневание в прилагательных, а теперь пшесловков. Наречий. И перед нами табличка. Стопень. Ровный, высший, наивысший. Степень. Обычная, высшая и наивысшая. Давайте рассмотрим подробнее табличку. Перед нами номер один. Регулярная. Если регулярная наречия... В них могут происходить альтернации, то есть замена букв чередования. У меняется на мягкую. Л. Мио. Милей. Наймилей. Мила. Милее. И наймилее. Г меняется на Ж. Дуго. Дужей. Найдужей. Долго. Дольше. Найдольшей. Ну, самодолго. Х меняется на Ш. Тихо, тише, тише, тихо, тише, еще тише. СТ меняется на ЩЧ. ЧЕНСТО часто, Ченщий, чаще чаще, НАЙЧЕНСЧЕЙ сама часто, наиболее часто. Также происходит редукция, отбрасывание хвоста. Окончание. КО, ОКО, ЭКО. ДАЛЕКО, отбрасываем ЭКО и добавляем окончание ЭЙ. ДАЛЕЙ, найдалей, далеко, дальше и найдальше. И также еще чередуются буквы с на ж, близко, ближе, найближе, близко, ближе, найближе. Р меняется на же широко, шеже, найшежей. Най широко, шире, само-само шире. Д меняется на G, жадко, жадей, найжадей редко, реже и найреже всего. Есть также нерегулярные наречия. Дужо, мало, добже, жле, дужо, венцей, найвенцей, много, больше, больше всего. Мао, мней, наймней, мало, меньше, меньше всего. Добже, лепей, найлепей, хорошо, лучше, наилучше. Жле, гожей, найгожей, плохо, хуже и хуже всего. И также длинные слова у нас добавляется наибарджей, барджей, Барди наибарджей. Например, колорова, барди колорово, наибарджей колорово", колорово. Но также можем добавить слова мне и наймней. То есть здесь у нас барди более и наиболее. И можно сказать мне менее и наименее. «Колорова», барди колорово, мне най-барди колорово, наймней колорово. Най Давайте пойдем к упражнениям и потренируемся. Упражнение номер два. Зачнем от приклада. Купуе в навязах видимы ченсто, як часто, на таргу ниж в супермаркете. Мы покупаем чаще на рынке, чем в супермаркете. Купуем як ченщей на таргу ниж в супермаркете. Мы покупаем чаще. Номер два. Б. Оно убераще добже в скобочках, с целой группы. Она одевается сама лучшее, то есть лучше всех с целой группы, со всей группы. Значит, найлепей. Добже, лепей, найлепей. Найлепей. Най Она убирающая найлепей с целой группы. Следующее. Ходим на курс. Дуго, а венц. Дужей, ниж ты. Ходим и на курс дуже, не ты. Мы ходим на этот курс дольше, чем ты. Маме мешка близко, як? Ближе, так. Маме мешка ближе школы, ниже Анжела. Маме живет ближе к школе, чем Анжела. Як ще чуешь? Как ты себя чувствуешь? Жле, а венц гоже, ниже рано. Хуже, чем утром. Прошу говорить. Глощней и вольней. Пожалуйста, говори громче и медленнее. С вам наймней из всех. Я съела меньше, чем все. Я съела самое маленькое количество, чем все. Наймней. Он муви, Барди интересуется от научителя. Он говорит более интересно, чем учитель. Понимай выглядит старше, стажей ниж ей монш. выглядит старше, чем ее муж. Мушиш дужу, а венц венцей Тебе надо больше упражняться. Тен самохут куштуе мау а наймний из тых вшистких. Тен самохут куштуе наймний из тых Этот автомобиль стоит самодешево из всех, из этих всех. То есть из этих упражнений мы видим, точно так же происходит, как и с прилагательными. Стопень выше мы можем образовать двумя способами. С помощью «ниж плюс мяновник» и «от плюс до Например, маме «мами выгляда лепи мы, и маме выглядит да от нас. Маме выглядит лучше, чем мы, и маме выглядит лучше от нас. И стопень наивыше с помощью з з. Вернее, когда у нас есть з з. Маме выглядит да з в Маме выглядит лучше из всех. Супер, лечим и далее. И перед нами упражнение номер три. Мы видим прекрасная девушка с правой стороны. И давайте прочтем название частей тела. Ухо, уши, ухо, уши. Шия, шея. Раме, рамена, плечо, плечи. Донь, дуоне, ладонь, ладони. Ренка, ренце, рука, рэ, руки. Талия, талия, бжух, живот. пошлядок пошлядки. Ягодица, ягодицы. Удо – уда, бедро – бедра. Коляно – коляна, колено – колени. Нога – ноги, нога – ноги. Стопа – стопы, стопа – стопы. С левой стороны стоит мужчина. Мы рассмотрим его руку. Во-первых, пальцы прочтем. Малый палец, палец сердечный, палец щротковый, палец всказуенцы и кчук. То есть мизинец, малый палец, палец сердечный, безымянный по нашему палец, палец щуротковый, средний палец, палец в сказуенце указательный и кчук это большой палец. Еще слово познокеч переводится ноготь. Ну и давайте еще рассмотрим, где мужчина стоит спиной. Карк, задняя часть шеи, загривок, затылок. Барк, плечо, имеется в виду вот плечевой сустав, паха, подмышка, плецы, спина, локеч, локоть, надгарсток, запястье. С другой стороны читаем пшедрами, предплечье, бедро, бедро, пошлядок, ягодица, уитка, икра. И где он стоит передом, мы видим голень, голень. И в самом низу пента, пятка. И палец у ноги, палец ноги. Спаняли. Идем и далее. И остатнее. Надеюсь, Повторение. повторение. У фрезьера, у парикмахера. Прочтем, переведем. Хотела бы изменить на весне. Я хотела бы что-то изменить к весне. Волосы шибко росном. Волосы быстро растут. Хотела бым только под чем Соум знащенное. Я хотела бы только подрезать кончики. Они повреждены. Бендом щелепи укладыч. Будут лучше укладываться. И проше уживать отживки. И прошу использовать бальзам. Нигде не фарбувала волосов. Я никогда не красила волосы. Может, учешее панем в кок. Может, сделаю прическу, в пучок соберу, расчешу пани в пучок. День добрый. Можем у Мувич до фрезера. Добрый день. Мы можем записаться, договориться, как бы договориться на парикмахера, записаться к парикмахеру. Завше мы живем о кранционных волосах. Я всегда мечтала о ну, как бы крученных да, волосах, о кучерявых волосах. Проше обчонч на крутку. Пожалуйста, отрежьте коротко, постригите меня коротко. И с правой стороны видим студию фитнес, в студии фитнес, в фитнес студии фитнес, фитнес-студии, Ренце в гуже, ноги широко, стопы широко, руки вверх, ноги и стопы широко. Посерединке, правая нога с гента и до гуры, правая ренка в бок, левая ренка в душ правая нога согнутая вверх, правая рука в бок, левая рука вдоль тела. И в самом низу... Положичи на левом боку, лечь на левый бок, колана у генте, колено, колени согнуты, правая ренка до гуры, правая рука вверх, левая ренка вздуш чава, левая рука вдоль тела, голова наду, голова вниз. Но цуж, на этом скончилась наша лекция, 24-та. Услышим еще не бавим в наступной лекции.